старший внук Аллы Пугачевой устал от гламура и показал себя с другой стороны. Поклонники испугались увиденного. Певцу Никите Преснякову никогда не нравился гламур, возводимый в его музыкальной семье в культ. Именно поэтому он выбрал рок, снимки никогда не ретушируют, а интервью дает крайне неохотно. Вот и сейчас Пресняков-младший опубликовал на странице в сети Instagram видео, которое испугало поклонников. «Человек – недовольный кот», – лаконично подписал ролик Никита. Но поклонники увидели в нем другое животное. На петуха похож с криками своими, глаза как у рыбки. «Никита, ты – не кот. Ты утка, ка-ка-ка». «Жесть», – отметили фанаты в комментариях. Они, впрочем, помнят, что артист участвовал в шоу перевоплощений точь-в-точь и хорошо имитировал чужие голоса. Но чтобы настолько. Пресняков-младший уверен, что таким оригинальным способом он увеличит свою аудиторию в социальных сетях,